Ну что, друзья, приветствую всех любителей второй Виктории. Мы с вами продолжаем играть за кого? Конечно же, за Сицилию. Так, давайте вспомним, что у нас было в прошлой серии. В прошлой серии мы, собственно, в начале успели заработать себе вот такие колонии, типа Туниса, Синайский, значит, региончик, и Эфиопию успели завоевать. Пытались мы немножечко поработать над тем, чтобы образовать Италию через повстанцев, да, но, к сожалению, тут все в сферах в чужих, да. Допустим, Тоскана, да, куча дружеских отношений, да, куча, причем реально куча, вот, и как бы что с этим делать непонятно. Варианты, конечно, стать великой державой и выбить из сферы, но я так думаю, что ближе будет уже историческая формировка Италии, и так мы и станем, или не станем, не знаю. И либо будет война между Австрией и Северогерманским союзом, братская, да, и Франция с Великобритании, что ли, за Бельгию будет воевать. Главное этот момент не просикать, не просерить, вот, и воспользоваться им, и выйти на международную арену просто на крыльях ночи. Прочитал только что комментарий буквально только что, что Южную Эфиопию можно заколонить, как бы, казалось бы, Африка, а ее реально можно заколонить. Вот это приятный, кстати, момент, реально приятный. Будем колонить ее. Так, и раз уж у нас все великолепно с бесчестием, нужно присмотреться и с кем-нибудь повоевать. С кем можно повоевать? С Турцией, да? Ну, с Турцией. Кстати, в конце 19 века мне писали, да? Но чисто по истории, зная, что в начале 20-го будет у нас событие на войну с Турцией за Ливию. За Ливию. Не знаю, есть ли это в Аниле, но факт есть факт. Мне об этом написали. Можно повоевать с кем-нибудь из Аравии, потому что это близко довольно, да? Например, Хиджаз. У них 100 тысяч населения. Йемен какой-то грустненький, да? Что у Хиджаза вообще производится? Нам что-то нужно от него? Нет, нам от него ничего не нужно. Но, кстати, перемирие с Египтом закончилось. Можно и с Египтом повоевать. А он там, да, воюет. Воюет активно. Нидерланды за Эгейские острова воюют. Ничего себе. Вот за Крит, получается. На Египет, да-да. Так, а если мы хотим Египет, что мы хотим вообще от него? Самый густонаселенный — это столичный у них регион. Это, понятное дело, что мы его не захватим, да? Что мы от него можем хотеть? Средний Египет, может быть? Ну, не знаю. Нам бы где-нибудь уголь со сталью найти, на самом деле. Это самое, наверное, главное, что у нас есть. Сокота, где есть уголь, это сфера Америки, а Марокко, может, это у тебя есть? Нету? Нету. Смотрите, как трудно быть державой обычной, невеликой, да? Можно, конечно, что-то чудовищное сделать и пойти в Китай воевать, а тут уже ресурсы, как бы, с ней все в порядке, с ними все в порядке, с ресурсами. Но что-то я сомневаюсь, стоит ли нам на Китай быковать, у нас тут ни перевалочных пунктов, чтобы перейти к нему, ничего нету. Хотя, в принципе, ну, да, и нам можно было бы быкануть, да, за южную ее часть. И отсюда, если что, перебрасывать войска в Китай. Блин, у меня, конечно, планы тупо наполеоновские. Но я бы хотел кое-что иное сейчас сделать. У нас самый густонаселенный регион — это Кампания, да? И у нас из-за колоний, из колонии плывет к нам хлопок. А хлопок, кстати, ткани у нас кустари производят. Вот как раз по тканям из хлопка можно делать... Ага, постройка фабрик. Можно делать... А из тканей одежду. И это будет неплохой, значит, неплохой вариант по тому, что можно производить. Вот текстильная фабрика, конечно, с красками будет проблема. Краски очень редкие, так. Но текстильную фабрику можно себе воткнуть. И фабрик повседневной одежды. А может быть, даже и роскошный. На такого ресурса у нас нету. Ну, в Китае появится. Это шелк. Ладно, давайте заранее построим. Деньги есть, как бы, не проблема вообще. Вот тут, кстати, какой-то кризис начинается. Надеюсь, тут будет крупномасштабная война, и поэтому мы сможем от Франции там что-то там подшуршать, подумать. Вот за Австрию вот эти две страны вступились, тогда да. Тогда да. Так, и, видимо, кризис реально сейчас начнется. Правда, без Великобритании, к сожалению, да? А Австрия, Греция, Испания, Северогерманский союз, Франция, Османы, Россия, Нидерланды. А нужно быковать на Папу Римского срочно. Срочно быковать на него нужно и вызывать восстание, как, в общем-то, и, как, в общем-то, и положено. Так, нужно сейчас попробовать, чисто попробовать. Так, Кассус... О, у нас еще и хорошие отношения с ними, и союз, господи. Ох, я надеюсь, что эта война будет очень долго длиться. Силы примерно равны. Так, унижение 167 дней будет это идти. Так, Кассус были, в принципе, готов. Так, чисто напряжение в воздухе, не знаю, чувствуете ли вы, но я чувствую, что напряжение в воздухе просто до нельзя поднялось. Тем временем у нас закончена колонизация Эфиопии, что приятно. И война закончилась. Рыли? Серьезно? То есть она взяла и закончилась так внезапно? Как это объяснить?
Нет, ну я сохранился в любом случае. Давайте попробуем. Ну, правда, да. Правда, это очень меня печалит. Слышите, а может быть, Франция как-то не разберется с правыми проходами и будет как-то высаживаться неудачно? А это хорошая идея. Только подождите, когда восстанут краснорубашечники, мы должны будем заключить перемирие. А вдруг Франция перемирие не захочет? Подожди, Сардиния, Пьемонт? Нет, мне показалось, Сардиния, Пьемонт — это глава войны. Ладно, будем надеяться, что они захотят перемирия. Ну, блин, за момент этой войны мы уже великой державой успели стать, и все. И никакого восстания даже не пахнет, да? Предлагаю вам все-таки загрузиться, не морочиться с этой войной, раз уж мы все равно великой державой становимся, даже во время войны, да, казалось бы, то, наверное, давайте от этого и плясать, потому что, ну, выбьем из сферы Францию, потому что, ну, вот это какой-то трэш, давайте загружаться. Хорошо время потратили, ребят, хорошо. Возвышение, великая держава, на год раньше, чем было во время войны. Ну, сейчас я целенаправленно все это делал. Так вот, великая держава, чисто ради того, чтобы посмотреть. Мы на последнем месте, разумеется, не особо мощны. Испания от нас на 20 очков. Самая последняя страна за нами на 20 очков. Нас... Что, мы ее обходим, да? Так, Папская область. Дружище, давай-ка. Главное, чтобы Франция нас не задавила. Это было бы очень неприятно. А мне кажется, она нас сможет задавить вполне себе. Ну да, 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 задавило. А 64-й год, целый год мы должны чилить, отдыхать. Так, может быть, Тоскана тогда? Так, с Тосканы более-менее получилось, за нее никто не уступается по очкам. Мы, кстати, на 7-е место уже успели прыгнуть, да? С небольшим отрывом от Нидерландов. Очень действенно. Я так подозреваю, что у нас так хорошо идут люди в производство. Сколько у нас при этих рабочих, работях? 188 тысяч, да? Ну, население чисто наше неколониальное, довольно скромное, 2,5 миллиона где-то, да, так-то у нас 5. Я так подозреваю, что это именно из-за грамотности, потому что грамотность у нас сейчас 55%, это очень хорошая грамотность, я так подозреваю. Так вот, я вообще про этот метод я выведал в чужом каком-то прохождении, да, и именно в этом прохождении, что я видел, делали это с Папской областью, и все получалось. Не знаю, получится ли с Тосканы, но у любого итальянского государства, наверное, есть такие повстанцы. Ну, мы о чем вообще, да? Так что я предлагаю именно с ними делать Casus Belli с Тосканы и пробовать. Ой, еще и кризисы эти. Как я ненавижу эти кризисы. Фу. Так, все, готово. Готово. Тоскана, союзники, Австрия. Блин, я в этом не подумал. На союзников-то я не посмотрел. Австрия. Вот, блин, без проблем мы вообще ни одну вещь не сможем на этой земле сделать, правильно я понимаю? Ох, горе нам, горе. Может быть, если я заключу с ними союз, то из сферы они выпадут? Ой, ну союз, подожди. Заключу сферу, то может, союз пропадет? Ничего не пропадет. Ой, ну как обычно, собственно, да? У нас благополучно
точно ничего и никогда не бывает. Я же помню, союзы как-то обновляются, они там пропадают, их нужно заново подписывать. Когда это происходит? Не знаю, может засферить всю Италию ради решения? Что-то я сомневаюсь, что у нас это получится. Так, все даже колониальные войска я сюда подвел. Я вообще не верю в то, что у нас получится. Абсолютно не верю. Ну, давайте все равно попробуем. Унижение, поехали. Кстати, Австрия что-то не сильно спешит воевать с нами. Но правда, это восстание может вообще через, не знаю, 10 лет, 20 лет появиться. Я так, ну, у нас оно не особо, о господи, сильно появлялось, то тут, я думаю, точно. Кстати, краснорубашечники, сори, Парма, простите, а может там и ничего и не нужно? Вот что-что, а вот это вот рыли неожиданно, подождите. Подождите, мы же за ними сейчас никак не сможем следить, да? Только если, Тоскану в сферу возьмем. Или нет, даже тогда не сможем следить за ними. О, так, насколько давно они восстали? Так, они восстали уже во время войны, я вижу, да? Ох, не знаю, получится ли они, в принципе, в мире. Прекратится ли война между нами и Австрией? В принципе, сформируется ли Италия и будет ли она под нашим контролем? Блин, тут уже, блин, так хорошо стояли по этой границе. Я взял, напал зачем-то, господи. В принципе, белый мир можно заключить, наверное, да? Или, подожди, 23%. Получится ли наш мега успешный баг? Нет, они не согласны. Ага, понятно. Наш мега баг не сработал. В принципе, они согласны на мир такой, да? Только мы потеряем 28 престижа. Подождите, я сохранился перед этим? Я сейчас, если что, загружусь. Так, следим за Пармой. Я вижу и так, что тут краснорубашечники стоят. Надеюсь, их никто не подавит, и мы будем тупо стоять смотреть сейчас. Просто после того, как они оккупировали страну, уже довольно много времени проходило, и только тогда это все срабатывало. Италия без нас формировала. Как это работает? Блин. Что? Как это? Друзья, я вообще ничего не понимаю. Итальянская война за восстановление контроля. Я не знаю, как Италию сформировать. Я просто не знаю, как это сделать по-нормальному. В каком году Италия в реале сформировалась? Какого нам года ждать, если по событию? 1870. В принципе, мы довольно близко к этой дате. А что нам сделать? Мы же все равно не сможем подавить. Ладно, мы можем как-нибудь до войны загрузиться. То есть, вы понимаете, все было на бумаге чисто безупречно. У нас не было шанса на какой-то фейл, но мы воспользовались этим шансом, и фейл у нас случился обязательно. Ладно, давайте, наверное, пока что разберемся с колонизацией. Это тоже ведь интересно, правильно? Пулеметы, экономическая ответственность, система снабжения флота. Так, подожди, я не понимаю, где это. А, это все технологии 70-х годов, которые открываются, я так понимаю, да? Пулеметы, экономическая ответственность я еще не видел. Реально, где экономическая ответственность? Она еще дальше. Они тоже 70-е, получается. Ну, кстати, на очки влияния нормальные техи. Давайте их и раскачивать. Я потихонечку, кстати, строю эти парусные, конечно, линкоры. Извините, я, конечно, исследовал, где это. Флот именно железных пароходов. Но пока что вот так. Опа, краснорубашечники. Ага, так, нужно... Проход они не дают. О, боже мой, пожалуйста, не говорите мне, что сейчас опять Италия от нас отдельно формируется. Это так просто больно, поймите меня. Да, вот они. Что мне с ними сделать, чтобы получить право прохода через них? Как-то отношения улучшать, я думаю, бесполезно. Так, подожди, Парма, и все пропало. В чем дело? Почему краснорубашечники просто пропали? Нет, конечно, можно мне, конечно, не отвечать. Я очень рад, что они пропали, да? Что Италия не формируется от нас отдельно, но я реально не понимаю, что происходит. Я думал, будет в ванильной игре проще, чем в моде, а на самом деле все вообще наоборот. Ух уж это Италия, блин, парадоксы. Что вы наделали? Ух, бороться за сферы в Италии — это максимально сложно, потому что и Австрия, и Франция максимально давят. Да, эмоции, только эмоции. Я теперь сомневаюсь в том, что в назначенную дату Италия по событию сформируется, и она будет под нашим управлением. Я уже очень сильно в этом сомневаюсь. Так, сферы потихоньку продвигаются. Нам осталось Модена, Парма и Сардиния, Пьемонт. Не знаю, что будет быстрее, события или... Подожди, Австрия не великая держава? Что? Да, Австрия это не великая... А что с Австрией случилось? Извините. Австрия на 12-м месте. Оу, оу,
рыли, да? Осман даже вернулся в великие державы. Мне страшно подумать, что Австрия наделала такого. Кстати, все сферы ее пропали, и Бавария теперь может стать германской, и на изи мы увидим Германию. Так, плюс колониальные отношения. Очков колониальной мощи у нас просто ни хрена, понимаете, да? То, что нужно колонизировать то, до чего не могут дотянуться другие, чтобы хоть что-то заклонить. Тут просто две территории, все, до свидания, да? Здесь, я так понимаю, ни одна держава не будет быковать, Португалия, как-то не знаю. Это Великобритания уже вовсю. Да только мы с ней начинаем, да? Такие дела. Посмотрим, сколько я сумею заколонизировать на этот раз. Так, отлично, Парма готова. Ху, чувствуете? Ох, чую, за Сардинию, Пьемонт дольше всех мы бороться будем, чую. И как бы не растерять старые сферы, потому что это что-то Россия, ну я ее как бы за такое что-то серьезное не беру, да? О, не, Франция начинает за Сардинию бороться. Да, чую я, это будет очень плохо и очень долго. Ну да, закрыли. До 74 года. Фу, так. Это печально. Россия, вот Россия, зачем тебе сфера в Италии? Объясни мне, пожалуйста. Лука Модена. Вы вообще каким-то образом на пятое место скакнули. Повыше Российской империи. Фу, вы понимаете, да? Сицилия вот это вот, вот это. Мощнее, чем Российская империя. Кстати, какая-то мега-война идет. Значит, за Галицию, Россия, Франция, Великобритания, Австрия. Возможно, сейчас бы Австрия... Ой, как она... Скажите мне, Франция бы не так сильно боролась за свою сферу. 26 июля 74-го, нужно запомнить. Все, у нас больше нет 80 колониальных очков. С колонизацией у нас, видимо, все. Ну как сказать, не то чтобы мы сильно много заколонили, да? Но что-то мне сдается, что лучше этого результата у меня и не было никогда. Ну это грустно на самом деле, не знаю, что вы скажете. Учитывая, что я вот на, ну сколько, на 200 очков я колонизировал, да? И за максимум я только две провинции мог сделать. Ладно, это оправдание. Это оправдание. Мы имеем то, что имеем, в общем-то. Так, мне больше всего интересно сейчас с ними разобраться. С Сардинией. Отлично. Так, подождите. У нас все в сфере. Италия. Что? Почему я не могу создать Италию? Сори. В чем проблема? Для всех национальных провинций. То есть вы мне говорите о том, что, чтобы сформировать Италию, мне нужно еще у Австрии территорию отнять здесь, да? Вот вы это предлагаете мне сейчас. Рыли, да, серьезно? Повоевать с Австрией, да? Кстати, в принципе, Австрия активно тут, да, огребает от всех. Можно, по идее, было бы это сделать, но мне... Давайте уж Касус Белли делать, я не могу. Я еще немножко подзабил на армейские техи, даже не знаю, получится ли у нас. 14 у меня из 20... Сколько из 30? 12 вообще на изи. Так, получить Касус Белли, захват региона. Я, наверное, даже загружаться не буду, потому что у нас и так ноль. И это целый год будет, уф, мы можем не успеть. Союзники... Великобритания. Подожди, может мы какой-нибудь союзника найдем себе? Вообще, кто не любит Австрию? Кто не любит Австрию? Россия не любит Австрию. Союз, может быть, нет. Германия, может быть, нет. Франция, может быть. Испанец, нет. Да никто нет. Великобритания. Ну, она у них союзник. США, ну это так, чисто рофл. Понятно. Союзы все у нас просраны, так-то сказать. Осман, может быть. Нет, вообще никто. Кстати, подождите, у нас же построили сейчас, я так понимаю, куча этих морских баз. У нас очки появились. Так, тихо-тихо. Колонизация продолжается. Зря я так начал в упадочном настроении. Ну, правда, толку с этого, да, особо нету. Мы, может быть, только вот одну территорию здесь можем заколонить, но тем не менее. Так, война с Австрией кончилась. Я так понимаю, я один на один чисто буду с Австрией и Великобританией. Меня это смущает, потому что еще вот 100 дней нам нужно делать косу. Были. Кстати, через Африку теперь так просто не сможем ходить, потому что да, чужие территории здесь лежат. Так, повод для войны готов. Опять же, повторю, верю ли я то, что у нас сейчас все получится? Нет, не верю. Кстати, довольно много мы уже с вами записываем, но я хочу чисто узнать, получится ли у нас Италия и будет ли у нас превьюшка невероятной красоты. Ах, Великобритания, меня очень сильно она смущает. Поехали. Я сохранился, если что. Нас интересует Ломбардия, нас интересует. Давайте Ломбардию. Поехали. Блин, в принципе, 9 очков стоит вот эта территория. 9, блин, 9. 9, вообще ни о чем. Будем надеяться на милосердие бота, что он сам предложит мир.
Ну вот 14 очков просто. Ну не полстраны, конечно, захвачено, но такая нормальная часть. Почему бы не заключить мир? Но нет, конечно же, это Виктория. Угу. Так, подожди, Великобритания что-то предлагает. Ломбардия сюда. И... Так, что-то... Вперед, Италия! Вива ля Ресорджименто. Господи мой. Ой, мама родная. Ого, вива ля Италия. Наконец-то. Ой, боже, как это было долго. Как это было неприятно. Но, наконец-то, Италия. Италия. Еще раз Италия. Великая Италия что-то там есть. Получаем кучу претензий себе, да, дополнительных. Ну, я помню эти претензии, что это Венеция, значит, Истрия и тут побережье Далмация. Все, что мы получили в претензию новые. И, кстати, Савоя, которая в основном, да? А нет, Савоя это отдельная территория, а вот Ницца, которая итальянский Прованс, все это за нами, потому что, ну, чисто по историческим соображениям это Савоя, Сардиния это государство при поддержке Франции, там что-то делала за эти территории, она помогала им, а здесь, в общем-то, мы такие мощные сами, да, да. Давайте проводить демобилизацию, лимитики просто чудовищные, население 10 миллионов, и среди этого населения куча именно наших итальянцев. Теперь у нас население не только южное, северные итальянцы признаны, да. Получается, нам предстоит очень долгая, не знаю, сказать перестройка, не перестройка, в общем, разбираться нам со своими территориями, строиться, что-то делать, колонии, у нас образовались какие-то, да? В общем, с этим все всем разбираться, это нужно время, и это время мы потратим с удовольствием. Давайте на превьюшечку нашу, нашу, значит, итальянскую Африку, итальянск. Как я к этому долго стремился, вот, вот удовольствие, да, вот это я понимаю. Ну что, друзья, буду с вами прощаться. Вот за эту серию вы просто обязаны столько лайков понаставить, сколько я никогда вообще не видел. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, и на этом все. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели. Как-то так.